Люди делятся на два типа – те, у кого пока еще нет товаров Xiaomi, и тех, кто хочет купить еще что-то от компании Xiaomi. Привет всем, это канал Кот Пес, и сегодня мы расскажем о 10 крутых товарах Xiaomi для наших животных. Компания Xiaomi славится не только первоклассными телефонами, но и другими всевозможными товарами, в том числе и для животных. О них мы и поговорим. И открывает наш топ товаров Xiaomi для животных силиконовый коврик для туалета. В отличие от остальных товаров из этой категории, силиконовый коврик от компании Xiaomi удобен в использовании и уходе, экологичен и выполняет свои функции на 5 с плюсом, а именно защищает вашу квартиру от мусора из лотка питомца, особенно если вы используете для наполнителя опилки либо песок. Все, что остается на лапах, будет задерживаться на коврике. Вам необходимо лишь вытряхивать коврик раз в 2-3 дня. Это намного проще, чем пылесосить каждый день. Коврик не занимает много места, он водонепроницаем, его можно мыть, сушить, свернуть и убрать при необходимости. На 9-м месте полезности – озонатор, он же устранитель запахов. Вам надоел неприятный запах из кошачьего лотка даже после его уборки? У компании Xiaomi есть для вас интересный товар – умное дезодорирующее устройство, не требующее никаких расходников. Это устройство от Xiaomi удаляет запахи за счет того, что выделяет озон, который в свою очередь разлагает все неприятные запахи. Работает автоматически. После того, как питомец покинет лоток, озонатор включится, устранит запах и выключится. При этом прибор имеет достаточно компактный размер. Все, что вам необходимо, это установить и время от времени заряжать устройство. С этим товаром вы больше не почувствуете неприятных запахов из уборной. На 8-м месте разместился полезно-развлекательный товар – когтеточка-игрушка. Коты любят точить когти, а еще больше любят играться. Поэтому Xiaomi совместно с PetKit придумали оригинальное устройство 2 в 1 – многофункциональная когтеточка, она же игрушка. В комплект входит лоток, когтеточка и пара разноцветных шариков. Как видите, все просто, но ваш питомец однозначно будет доволен и благодарен вам за такое приобретение. На 7-м месте твердо поселилась умная кормушка для животных. Если вы часто путешествуете, работаете допоздна или просто хотите уехать на выходные, с умной автоматической кормушкой от Xiaomi вам больше не придется переживать о ваших любимцах. Автоматическая кормушка с емкостью 4 литра поддерживает управление с помощью смартфона, может быть настроена на разное время подачи корма и умеет регулировать размер порции. Умная кормушка оповестит вас сообщением на смартфон, если в гаджете осталось мало еды. Согласитесь, такая покупка очень упростит вам жизнь. На 6-м месте стационарная автоматическая поилка. У нее есть множество плюсов. Резервуар составляет 2 литра воды, а значит, вам не стоит переживать, что она быстро закончится. Наличие фильтра уберет шерсть, пыль и остатки еды из поилки. Вода постоянно циркулирует, а значит, она будет всегда свежей, и ваш питомец будет с удовольствием ее пить. На 5-м месте разместилась щетка для вычесывания. Владельцы длинношерстных котов и собак сталкиваются с одной главной проблемой – шерсть повсюду. Чтобы хоть как-то решить эту проблему, а также чтобы шерсть питомца выглядела опрятно и без колтунов, Xiaomi выпустила специальную расческу. У расчески от Xiaomi есть несколько неоспоримых преимуществ над конкурентными решениями. Первое – это то, что зубчики щеток защищены пластиковыми наконечниками, благодаря чему питомец будет легче переносить процесс вычесывания. Второе – это то, что после того, как вы вычесали своего питомца, собранную шерсть можно легко извлечь, благодаря специальному выдвижному механизму. На 4-м месте – переносная поилка с секретом. Летом жажда мучит не только людей, но и собак. Компания Xiaomi решила эту проблему с помощью небольшой портативной поилки. Емкость бутылки 270 мл. Если вы переживаете за герметичность, чаша имеет кнопку блокировки во избежание утечки жидкости. Также вы можете контролировать количество выдаваемой воды. При необходимости резервуар вместо воды можно заполнить кормом. Переходим от полезности к развлечениям наших любимцев. На 3-м месте – интерактивная автоматическая игрушка. Кошку этот гаджет привлечет эффектом неожиданности. Разноцветные яркие перья выдвигаются и прячутся из корпуса. Круглая игрушка оснащена несколькими отверстиями, откуда с разной скоростью и периодичностью выскакивает палочка с перьями. Устройство работает на батарейках, экологично и на 100% понравится вашим котикам. На 2-м месте – игрушка «Автоматический подвижный шар». Как развлечь и заставить шевелиться вашего питомца, не прилагая к этому больших усилий?
Xiaomi совместно с партнерами разработала интерактивный мяч. Для начала игры достаточно просто встряхнуть его, и вы можете спокойно заниматься своими делами. Мяч сам будет развлекать кота, произвольно катаясь по полу. Чтобы больше привлечь кота к игрушке, можно насыпать в специальный отдел кошачьей мяты. А если питомец уже наигрался, шарик автоматически выключится через 5 минут. Игрушка полностью экологична. Встроенного аккумулятора хватит на 5 часов, после чего его можно будет снова зарядить. И закрывает наш топ царская лежанка от Xiaomi. Ложе для кошки в виде вращающейся полусферы. Как всегда, товар Xiaomi не только удобный, но и практичный. Внутренняя теплая подстилка на липучках. При необходимости отсоединяете, стираете, моете. Кошкам будет очень комфортно, уютно и тепло в этих лежанках. Цена не маленькая, но товар стоит своих денег. На этом все. Подписывайтесь на канал Кот Пес. Пишите в комментариях, какие гаджеты используете вы.